Фрагмент из ежедневного урока. Лектор Михаил Лайтман. Когда мы продвигаемся, нам все больше и больше раскрывается наше желание, и наше отношение к этому желанию определяет клипа, к душа, миры. И не то, чтобы эти миры существовали, и я входил в какой-то волшебный лес, здесь душа, здесь клипа, здесь голоса, ангелы, какие птицы, как рассказывается в книгах по Каббале. Как будто в Европарке ты находишься. Здесь динозавры, а здесь что-то хорошее, ангелочки. Это все внутри самого человека, в его желаниях, в соответствии с его продвижением. Таким образом он начинает видеть эти желания, это клипа, эти душа.